на то, что увезение, ага. Деньги, возможность творить добро, благотворительность, ценности, получение удовольствия от работы, цели развития. А сейчас я не презентую ничего. В партии нам что-нибудь просто. А, продавать нам что-то? Да-да-да. Угу. Цели развития. Деньги. Деньги в паре, так можно, да? Это вообще в паре не надо. Некоторые так и делают, да. Мне приятно видеть людей, которые умеют создавать положительные эмоции, и даже если вы меня тайно не любите, вы этого не показываете. Феноменальная какая-то пластика, какая-то кантилена, как говорят музыканты, и вот все, вот даже не бесите меня, идеально, где вы взяли таких людей? Вот. И это как-то, знаете, как-то мою, притупляет мою эту бдительность. Я чувствую, что вы обманщицы, слишком хороши. Но на самом деле от человека ничего не зависит, все управляет судьба. Если вы меня любите, да какая бы ни была, кривая, косая, толстая, худая, бедная или богатая, вы будете со мной созваниваться, добавлять меня на Фейсбуке, говорить: Лена, 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 расскажи, как эти деньги ты зарабатываешь. Ба! Я специально оделась скромно, потому что настоящие бизнесмены, они, как вы знаете, вот этот Марк Цукерберг, он, понимаете, ходит аккуратненько, так одеты, так незатейливо, а творит добро. Он взял и, понимаете, 90% шарахнул благотворитель со своей китайской женой. Они там Лялечку родили одну, Лялечку родили вторую. Вот, а мир знает о нем. Не все равно, какой майки ходит. Главное, что он создает эту благотворительность, а денег уже заработал. То есть у него зачет чисто по карме, по судьбе. Вот. И он еще получает удовольствие от работы. Когда-то в институте где-то они там сидели с этими чуваками, вязником или возником, что-то написали, нафигачили этих программ, и теперь мы сидим как лохи и ФСБшникам сдаем инфу. Потому что мы в соцсетях, и куда ли она пошла? О чем вы думаете, спрашивает у меня Facebook? О том, что я сейчас расскажу, куда я спалю поляну, да, и все узнают, куда я пошла, а потом: извините, а почему, Елена, вы едете на двух Бентлях? Ну что такое? Нет, это у меня Ламборгини, я спрячу свои, значит, свою прибыль. Это, в принципе, есть цель моего развития, все прятать, и не быть настоящей, а быть фигляркой, быть совершенно непредсказуемой бомбой. Одних я буду бесить, вторых раздражать, но только я знаю, что я настоящая. To the end of the show. Thank you. Bye. Браво! Время кончилось 2 минуты назад. Получила меня! Это было не важно. Абсолютно. Я даже никогда не врала.